Здравствуйте, дорогие коллеги. Меня зовут Яша Гробман. Я декан факультета архитектуры в Технионе, в Израиле. Я родился тут, 71 год, уехал в Израиль. Мне было 4, так что мой родной язык не русский. Я буду с вами делать эксперимент и первый раз в жизни говорить по-русски. Но если я когда-то почувствую, что это слишком страшно, я попрошу Дарью там помочь и перейду на англит. Вообще тут кто-то не понимает англит и не говорит на англите. Кому-то тяжело будет. Так что, окей. Но я попробую говорить по-русски, и если что, скажите, и я еще один раз скажу по-английски. Так что моя лекция разделяется на эти части. Я сначала скажу несколько слов о себе, потом буду говорить о более теоретической теме авангард израильской архитектуры, авангард формы израильской архитектуры. И в конце я покажу, буду говорить на двое своих проектов, который имеет контакт с темой лекции. Так что это я. Я учился в Израиле первой степени, потом в Лондоне второй степени, третьей степени в Технион и постдок в Гарварде. Так что я везде учился. И потом я занимаюсь... такой немножко схизофрен, я занимаюсь проектированием архитектуры, я делаю research, исследования, да, исследования, и, конечно, преподаю в Технион, и сейчас я работаю как администратор, как декан. Это сайт мой, бывший, это мой сайт персональный, там все, вся моя информация находится, потом это сайт моей лаборатории, тоже можно зайти. Просто сделайте Google, Яша Гробман, все найдете. И тут мой профессиональный сайт, там тоже о своих проектах. Сейчас о лекции. Так что я буду говорить о форме в израильской архитектуре. Мой аргумент – это что мы начали в начале 20 века с архитектуры без архитекторов. Израиль. Извините, Израиль в начале 20 века была страна, это такое было, как сказать, no man's land, как сказать, no man's land? Нет, никто там не жил. Ну, это была пустыня, просто пустыня, и там, конечно, были несколько дома, но никто их не проектировал. Потом в начале 20 века начинали очень много людей эмигрировать в Израиле. Много из них учились в известной школе как Баухаус, и они начали искать новую форму для израильской архитектуры. Потом вы приезжаете в новую страну, там ничего нету. Какую форму вы делаете для этой страны? Какую архитектуру? Это очень интересный вопрос. А потом их сыновья и сейчас начинают делать что-то другое, которое не имеет в виду форму, а имеет в виду к то, что я называю перформанс. Не перформанс, как делать перформанс искусственно, но перформанс, как сказать перформанс по-русски, который не искусственный перформанс? Сейчас уже так и говорим перформанс, потому что очень много вариантов. Окей, спасибо, Дарья. И эти идеи находятся в моей книге, называется «Перформализм». Вы можете ее читать, но я так более коротко. Так что сначала покажу несколько фотографий архитектуры без архитекторов. Вон так выглядел Израиль в начале 20 века, это 30-й год. Если вы смотрите на эти дома, они все примерно того же самого размера, потому что это то, что они знали строить. Не были там архитекторы, у них была такая архитектура 5 на 5 метров на 5 метров и круглая крыша, потому что это то, что они знали делать, и весь город был такой. Так это выглядело. Да, были большие всякие здания, но эти здания были сделаны у архитекторов, которые приехали за границы. И церкви их пригласили, и другие. И так это выглядело, вон так это сегодня выглядят остатки из этих деревни. И вон экземпляр
такое более большое здание, которое, конечно, было сделано архитекторов, которые приехали не из Израиля. Это экземпляр Хан, Ваку. Очень красивое место. Кто-то из вас был в Израиле? Поднимите, пожалуйста, руку. А, довольно много. Окей. Так что, хорошо, так, мы начинаем в 30-х годах новый город, как сказать, стали строить новый город. И вопрос был, какая архитектура мы должны делать в этом новом городе. Первый ответ был, конечно, то, что мы знали. То, что мы сделали в России, то, что мы сделали в Германии. Как сказать Германии? Германия. Да. То, что мы сделали в Германии, то, что мы сделали в Польше. И вон так выглядел начало города. А потом приехали архитекторы из Баугаса, из школы Баугаса и другие школы, которые начинали делать что-то другое. Вон это то, что было перед этим. А потом приехали эти люди и начинали делать то, что я называю, то, что называется Bauhaus или White City, белый город или International Style. Но то, что я хочу вам показать, это не то, что они все делали, но я хочу сказать, что потому что в Тель-Авиве было потребность с новым местным стилем, потому что была потребность в новом еврейском стиле. Это новый город в Израиле, потому что были очень много молодых архитекторов, которые приехали в всяких местах, и потому что там уже были очень много Баухаус-дома. В Израиле это единственное место, где начинается то, что я называю авангард Баухауса. Не просто Баухаус, а авангард Баухаус. Это что-то немножко другое, которое не видно нигде. Потому что просто есть очень много таких зданий. Так это выглядит, этот новый город Баухаус. Так это выглядит сейчас. Если вы были в прошлой лекции, Дан Прайс, из моего проекта, он эксперт на эту тему, и за это я не покажу много зданий из этого периода, потому что он дал отличную лекцию и писал книгу об этом, и это все можно читать. Но можно тут видеть, как у них были несколько слоев, фасады, и еще всякие интересные моменты. Вон эти два слоя, один очень ортогональный, говорят ортогональный по-русски, да? Один очень ортогональный, второй очень свободный. Потом вон такие здания, которые они совсем относились к архитектуре как к бумаге. Они просто это такие делали макеты из бумаги, и вон такая архитектура вышла. И это более уже декоративный Баухаус, это еще один авангардный часть Баухауса. Вон так это выглядит деталь. И еще один экземпляр. И эти горизонтальные линии, которые все любят в Баухаусе, которые Дан в прошлой лекции сказал, что это все неправда, потому что они не умели делать это для такие горизонтальные окна, потому что там у них не были просто окна в Израиле, не было никакого завода для делания окна, так что это все такая камуфляж. Но они эту тему очень извивали. И вон этот горизонтальный момент в архитектуре. Сейчас в Израиле они это все renovating, как сказать, renovating? Происходит реновация. Реновация, но это очень такая интересная реновация. Деньги нету, конечно, чтобы делать реновацию на такие здания, которые они не городские. Так что то, что они делают, они дают им права строить еще 2 или 3 этажа, и тогда они обязаны делать реновацию. Это вон, иногда это даже выглядит лучше, чем старый, как я думаю, мой взгляд, левый, но только от этого фасад, потому что если смотрите отверху, это как-то выглядит страшно. Вон это инновация. Вон книга архитектора Дан Прайс, который дал тут лекцию 2 часа назад, и я очень-очень рекомендую, там есть все планы, все фасады, весь этот период. Отличная книга, он ее писал вместе с Ада Калми Меламед, одна из самых известных архитекторов Израиля сегодняшних. Так что этот был этот первый Баухаус-авангард. Потом
уже в 60-х люди уже не могли делать Баухаус, нужно было что-то новое проектировать. И новое поколение архитекторов, которые начали быть очень интересованы формой, в то, что они называли генетикой формы, в математике формы, и делали то, что я называю второй авангард. То, что тогда я говорю, что это новое поколение, потом у нас в Израиле после шестидневной войны, это слишком длинное слово для меня сейчас, был экономический бум, потом компьютер начинался сейчас, и люди начинали, еще компьютер не был мощный, но логика была так, люди начинали думать как компьютеры, и это мысли о логике, формы, они начинали быть очень fashionable. Модными. Модными. И, конечно, нужно было найти новые building types, новые... Технология, да? Не, новые израильские типы здания. А, типология, в Израиле не было школы. Что это израильская школа? Как выглядит израильская школа? Как выглядит израильский музей? Это не может быть как везде. Это что-то, нужно сделать что-то новое, и тогда это все начало. Так это выглядит. Вон один проект очень известного архитектора, называется Сви Хекел. Это жильцо, это жилья, жильцо, как сказать? Жилье. Жилье. И это, вы видите, это все генетически, это все, вон так это выглядит, как район. Это выглядит вон так сближе. Это очень, думаете, как это будет там жить? В таком месте, это не очень легко. Из-за этого люди, которые там живут, они как-то почитают что-то там изменить, и вон так это выглядит сейчас. Видите, что там есть всякие моменты, которые начинают упрямить все это, и у нас жалко, что нет такие законы, которые это остают, но люди просто должны видеть, и вон так, вон две фотографии как-то сейчас выглядят. Да, они, видите, вон такие моменты, которые просто... страшный для архитекторов, он как это, и он как это, но что можно делать? Вы можете меня остановить, если есть какие-то вопросы, хорошо? Вы можете вопросы по-английски, по-русски. Второй проект, тоже самый архитектор, это более такой, менее структуральный. Идея тут – это сделать такой большой дом, но что каждая квартира – она собственный дом. Там собственный вход и собственная вилла. И так это выглядит. Архитектор тоже Хекел. Потом public building, как сказать, публичное? Общественное здание. Общественное, публичное – это туалет, да? Много. Нет, не совсем потом. Окей. Это муниципалитет, маленький город, называется Бат-Ям. Тут архитектура очень интересная. Я вот сейчас покажу диаграмму. Там еще не были кондиционеры, там все должно было быть натурально. Так что они думали, вон видите, наверх, как делать, чтобы можно было делать архитектуру без солнца, и все эти вон странные формы наверх, это просто такие трубы, чтобы делать вентиляцию. И там было не только, там они начали менять идею белой архитектуры, они начинали представлять цвет. И это все выглядело, это без цвета, вон это интерьер, это муниципалитет. А так светом, видите, там красным и синим, и голубой, и потом где там очень много желтым. И так это все выглядело. Конечно, сейчас это не так выглядит, это очень тяжело так пользоваться этим, как муниципалитет, они там очень много изменили. Еще одно здание от этого периода находится в моем университете. Это факультет механический. Вон его план. Так он выглядит сегодня. И тоже там все проектировано по математической логике. И тут тоже пользуется цвета.
И это тоже самая идея, и вон тоже внутри цвета как-то имеют контакт с цветами Le Corbusier. То же самое basic colors, как сказать? Основные цвета. Окей. Более новый проект этого периода – это гениального архитектора Давид Дианай, который строил тоже, у него диагенетическая архитектура, и он строил вон такие проекты, проектировал вон такие проекты с этими формами. Но жалко, что он был очень такой тяжелый человек, тяжелый, он всех всеми судом пошел и очень мало строил. Я думаю, последний экземпляр этого периода – это вон синагога, новая форма синагога Цвигекера в конце 60-х годов. Так-то выглядит внутри. И вон, смотрите, вон, то, что мы говорили о житии, смотрите, как картины тут висят. Это очень странно. Есть еще один. Это тоже у нас в факультете архитектуры. И тут уже начинают тоже всякие моменты, идеи от климатические идеи, куда солнце выходит и где тень. И это вон так все выглядит. Это у нас все в университете. У нас университет был устроен в 70-х, 80-х, и все вон эти последние дома находятся там, так что приглашаю всех приехать в Технион. Я вам всем делаю там, как сказать, tour, как сказать, tour. Всем все покажу, проведу экскурсию. Экскурсию, да. Окей. После этот математический период, где он был немножко тяжелый публике, потому что это там были всякие функциональные проблемы, там это не было достаточно, чтобы делать, люди хотели более эффекты. Эффект пространства. Еще один раз, компьютер стал намного мощнее, можно было делать формы такие более based on splines geometry. Изогнутые разные сложные геометрии. Окей, примерно. Спиральные. И тоже начался интернет, начался коммуникация, и можно было пригласить интернациональные всякие суперзвезды, как у вас. Так что архитектура изменилась, еще один, стала намного-намного более экспрессивна. Вон такие вещи, которые у них идея, она вообще тоже материальная и очень экспрессивная. Вон проект Хекел, гениальный архитектор, он все ручное делает. Это начало. Потом всякие постмодерные такие проекты. Это проект Цви Эфрат, который идея, он просто взял какую-то карикатуру своего, вон такую, и кто-то согласился ее построить, и это на береге в Тель-Авиве. Так что это вон такая, это шутка, но шутка такая экспрессивная. Вон этот проект. И проекты, как этот, который в Тель-Авиве мы их называем сумасшедший дом. Но это вообще это просто простое здание с интересной фасадой. И то, что там интересно, это не геометрия, а то, что там интересно, это материал. Посмотрите на столбы. Вон этот материал GRC. Не знаю, как по-русски сказать. GRC – это такой специальный бетон, которую можно с ним очень тонко работать. Он такой сильный, что можно делать вон такие столбы, columns. Колонны. Колонны. Вон такие, смотри, это 5 сантиметров колонны. На эти здания стоит. Очень интересно. И вон такие тоже проекты, это уже 80-е годы, которые они начинают быть такие экспрессивные. Говорят, архитектура в пустыне. Хаютин, архитекторов. И вон такие, которые берет гомаж от морской кораллы. Кораллы, окей. Это известный архитектор международный Хаим Дотан строил вон такое здание для театра. И это очень... это соотношение с идеей
Fold, как сказать fold по-русски? Fold. Ската, да? Волна. Волна, ската. Это, да. И есть такая книга Жил Делоз, это французский философ, называется The Fold. Или еще одна книга называется Thousand Plateaus, и архитекторы, как Грег Лин и другие, начинали делать такие проекты, которые берут эту идею не волна, а fold. Окей, и начинают делать архитектуру. Там идея, что нету разницы между пол, стенки и потолок. Это все одно surface. Одна поверхность. Да, окей. Так что это относительно. И потом вон такие суперстары, как Престон Скотт Коэн, Тель-Авивский музей. Это тоже идея fold этот. Видите, что тут стена выходит в пол, и вон так внутренний интерьер, он это называет светный водопад, lightfall. Окей? Очень интересно, он тут хорошо выглядит. Окей, вон этот проект, 2011, и еще один архитектор, это ошибка, это Рон Арад. Это сейчас тоже Рон Арад, он industrial designer и архитектор, и он строил вон такие башни сейчас в Тель-Авиве. Я думаю, что это такие уже есть везде, похожи на это. Окей. Так что эту часть лекции я хотел вам показать, как Израиль превратился от страны, где не были архитекторов, Баус, потом авангард Бауса, потом начался израильский формализм, который пользовался идеей от генетики, от математики, от геометрии. И потом мы как-то всего мира пришли в такой более, как сказать, performalistic архитектура. И это то, что я называю в книге performalism. Я не только говорю о Израиле, я говорю о всем мире, но вон это. И вторая часть это... Это лекция от моих проектов. Я покажу только двое проектов. Одно, которое относится к первой части лекции, более такой концептуальный, проект, который был в пустыне. И второй части лекции, который уже пользуется компьютером, и он немножко другой. Так что этот проект в Бер-Шева. Бер-Шева – это южный город в Израиле, вон тут Израиль. Видите, что почти половина страны – это у нас пустыня. Да, вон все нижняя часть – это все пустыня, а все верхнее, там зеленое – это не пустыня. А этот проект, он в начале пустыни. Город называется Бер-Шева там. И он находится в кампусе, это двое факультета в конце кампуса. И в этом кампусе есть правило, что вся архитектура должна быть из бетона. Это такое у них правило, потому что они считали, что это красиво. Тогда, когда начали этот кампус, был брутализм, и считали, что это очень красиво. И еще это дешево, не нужно с этим, они думали, не нужно с этим, как сказать, maintenance. Заморачиваться с этим не нужно. Да, easy maintenance, как сказать. Легко работать с этим материалом. Не работать, а maintenance. Обслуживание. Да. Окей. Так что мы думали, как делать такое новое здание с бетоном в пустыне. И мы решили тоже пользоваться вон этой идеей Петра, что вход всегда внутри, и такой, как сказать, после этот туннель. Вон это Петра, и вон то, что мы сделали, и вон у нас такое, там дерево еще не заросло, но это такой окна все, и все выходит на этот интерьер. Там тоже есть всегда вода в пустыне. Очень жалко, если, чтобы охладить, на 5 градусов, то, что нужно делать, только сделать маленький бассейн. И тогда это уже охладывает. Охлаждает, извините, я на грани страшного. Так что есть всегда бассейны, и тогда там намного-намного уютно. Так что не идет.
Окей, вон такие обрезы. И вон, видите, вон другое направление, как там тень в этом входе, и как это все бетоном. Мы пользуемся две сорта бетон. Один бетон с такими, называется тего, не знаю, как по-русски, это такая доска большая, а второй бетон с маленькими тонкими доски. Где тут это видно? Вон прошлый слайд видно было. Сейчас, где он? Видите, вон там есть один бетон такой. Это тоже самый материал, это просто доски другие. И это очень интересный эффект дает. Там у нас очень было важно контакт между внутренней и наружной. Вон так мы это думали, вон так это вышло. Еще один интересный момент у нас в этом дизайне было, что в пустыне цвета все желтые. Почти там нету света, потому что нету цвета, потому что солнце очень сильно, и это все превращает на то же самое, на монохроматическое. Так что мы решили внутренне to introduce, как сказать? Представить. Представить много цвета и еще много теплого цвета. Интерьер у нас он так выглядит. Так что видите, там дерево, там всякие оранжевые цвета. И вон так, вон детали наши. Единственный новый материал, который они согласились, это зинк. Тут полно это в России, а там в Израиле это первый раз, который пользуется этот, как сказать, зинк по-русски? Цинк. Цинк, окей. Потом у нас очень важный момент был свет, как пользуется этим сильным пустынный свет. И как его облегчить немножко, и из-за этого у нас это очень такого, как сказать, ну не знаю, такой разбитый архитектура. Упс. И это вон так выглядит фотографии. Немножко ночью. Окей, это был первый проект, который сделан в начале 2000-й год. Идея там, это все концептуально, там не было никакой компьютер, ну, мы чертили с автокадом, но не было никакая польза более, как сказать, интеллигентная в компьютере, кроме чертежной доски. Не вопрос? Все правильно, компьютерная программа, да, не пользовались, все идеально. Окей, если кто-то не понимает мое новое русское, скажите. Второй проект, мы выиграли конкурс. Вообще все мои проекты — это конкурсы, потому что я большинство работаю в университете, нет времени делать архитектуру, но я раз в год делаю конкурс, если выиграю, тогда проектирую проект. Вон проект, который мы выиграли, это первое здание в Израиле, он считается самое зеленое здание в Израиле. Это первое здание, которое получил LEED. LEED — это интернациональный зеленый код. Да? Platinum — один из 17 самых зеленых зданий, когда это встроено, 2006 или 2007, что-то такое. Окей, okay. И он в Тель-Авиве. И тут был, тут форма, она не просто концептуальная, как мы тогда делали, тут форма, она генеративная. Форма мы вместе с компьютером. Ну, это как-то тяжело объяснить, но нам компьютер помог делать эту форму. Это не просто так, что эти линии находятся там. Мы пользуемся... Вон, и все эти линии, они не просто за красота, а у них есть цело. И эта идея, мы пользовались симуляцией. Симуляция — это русское вообще слово? Да? Мы пользовались акустикой симуляцией. Там идет очень-очень большое шоссе, которое идет очень много шума, и нужно было это заливать. Потом мы пользовались, то, что мы называем... экологическая стена, чтобы делать это изоляцию, и все офисы только может быть на другой стороне. И мы пользовались ветром симуляцией, чтобы делать двух моментов. Один, чтобы вход
был прохладный, но там не было слишком много воздуха, ветра, потому что там есть в этом месте очень много ветра, и наоборот, на крыше, чтобы там было много ветра, потому что это здание экологическое, там мы должны были сделать, как сказать, ветреную турбину? Электричество, да? Электростанцию. Окей. Так что и это все, и эта вся форма была сделана просто в компьютере. Это симуляция за симуляцией, и да, когда мы дошли до момента, что это все работает, потом тоже интерьер. Это зеленое здание. Что значит зеленое здание? Зеленое здание значит, что он, как сказать, use less energy as possible. Значит, оно наиболее энергоемкое, используется наименьшее количество возможной энергии. Да, сегодняшние зеленые здания, они уже то, что называется net zero, они совсем не пользуются энергией, не то, что не пользуются энергией, но они больше энергии делают, чем пользуются. Это еще, это здание почти там, но он еще не там, он был сделан там несколько лет назад. Но чтобы делать это, нужно делать две вещи. Один, нужно проектировать здание, чтобы он, минимальная энергия, он, как, minimal energy consumption, как сказать? Чтобы минимальное поглощение энергии, это первое было требование. Да. Вот и как это время. Делается? Это делается, вот один момент, это мы сделали то, что называется natural ventilation. Горячий воздух идет наверх, и там мы поставили специальные трубы, я вам покажу, что до какой-то температуры нужной, это не нужно вообще включать кондиционер. Так что мы вообще почти не включаем там кондиционер. Но когда включаем кондиционер, он солярный, сделан от солнца. Как это работает? Вон, это атриум, весь этот воздух идет наверх, И там я потом покажу эти трубы. А кондиционер работает на эта система солнечная, которая делает горячую воду. И эта вода идет в такой механизм, который поменяет это на холодную воду. А холодная вода это вообще пользуется в кондиционерах. Так что у нас мы почти не нужно пользоваться кондиционером, но когда пользуемся, это зеленый кондиционер, который сделан от солнца. Это, у нас так много энергии, что мы в субботы, когда у нас здание не работает, когда это здание не работает, он дает холодную воду там в компьютер-центр, где нужно намного больше кондиционера. И вон так этот выглядит, вон они эти панели солярные. У нас в Израиле есть большая проблема с водой. Так что в этом проекте есть система, которая берет все воды от, не от унитаза, а от kitchens, and, как сказать, от кухни. Из кухни это использованная, да, вода, есть такая, из канализации. Есть вода черная называется, это вода от унитаза, туалета, а есть вода серая, которая от всего остального. Так что вся серая вода, мы в этом здании берем ее, и через эти бассейны, там специальные растения, специальные приборы, чистим ее и потом пользуем это для сада, для, как сказать, для полива. Для полива. Окей. Вон этот капсула, это тут ничего зеленого нету в капсуле, это просто conference room. Это конференц-зал? Да. Так это выглядит. Идея это конференц-зал, это единственный зал, который находится публичный, значит, это общественный, и он единственный, который находится у пейзажа. Все остальные пейзажи, у нас идея, что пейзаж был для публики и не для кого-то, и из-за этого единственная комната, которая там находится, пейзаж, она такая закрытая, у нее другая форма. Не знаю, это по-русски это не мог сказать это хорошо. Все понятно. Вон она там, эта комната круглая, и вон, видите, стена экологическая, и тут, может быть, понятно, почему вон такая форма. Вон задний сторон, который там стена такая, чтобы воздух мог сделать такую турбуленцию тут. И сделать тут прохладно, тут у нас будет ресторан, тут будут люди сидеть и есть.
вон интерьер. Это аудиториум. Тут есть один интересный момент. Я читаю очень много лекций, ну, как учитель. И одна из проблем это вон там, что люди так засыпают, когда вы не очень интересны, и когда люди стали. Это... Ну вон, так что можно делать, чтобы это как-то немножко изменить? Так что мы хотели пользоваться архитектурой. Мы решили взять и делать, как сказать, очень много noise, как сказать noise? Шума. Очень много архитектурного шума в стране, и этот шум уменьшается до вперед. Смотрите, вон тут, начинаем тут очень много шум, и идете туда, где стоит учитель, там намного меньше, и идея, что вы это не чувствуете, но просто вам неудобно как-то не смотреть туда. Это как-то что-то выходит. Я не знаю, если это работает, но это была идея. Так что вон это то, что называется early parametric design, если кто-то знает, что это parametric design. Вон ночи, вон шоссе, которое я вам сказал, что там очень много шум, там тоже поезды идут. Так это выглядит от этого. И спасибо. Да, конечно. Можно вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Я извиняюсь, я рано реально встала, поэтому. Я вот как-то смотрела передачу, и там говорили, что в жилье в жилье устраивают какие-то такие ячейки бетонные, но это связано с военным положением, чтобы в случае чего, как убежище, люди там прятались. Это по поводу жилья, а вот в общественных зданиях это как-то применяется? Да, это один из страшных моментов в Израиле. Каждое здание в Израиле, жилья, не важно что, обязан иметь, как сказать, бомба, да, комната. И там это не только, это зависит от сколько людей там. Так что это все тут не видно, потому что она может быть в середине здания. Там обязано иметь окно, но это можно как-то это спрятать, если пользуется алюминием, и там специальные есть детали для этого. Но это просто это мешает архитектуре. Это большая комната, большие стены такие. Одна из наших проблем. У меня два вопроса. Первый. Какая архитектура вам больше нравится? Какой вы вдохновляетесь? Вот вы показали с 30-х годов до сегодняшнего времени. Какая вам больше, более близка? Первый, потому что мой русский язык не дает мне помнить две. Так что я думаю, это, как вам сказать, это такой более детский вопрос. Я думаю, что я люблю хорошую архитектуру. И хорошая архитектура может быть вон такая, да, и может быть заходит. Я думаю, что я просто очень много путешествую, иду смотреть каждый раз архитектуру, и я от каждой архитектуры что-то, там что-то мне интересно. Иногда это то, что я чувствую, иногда это деталь, иногда это материал. Так что я думаю, что для меня нету один стиль, нету один здание, есть как-то очень много зданий, которые я помню. Еще что-то, что можно сказать. Я когда был, когда вы учитесь архитектуре или уже? Нет, я уже работаю. А, уже работаю. Но когда я учился архитектуре, у меня были эти большие имена, Ле Корбюзье там, и другие. Я думал, что они боги. И потом я пошел смотреть их издания. И там были краки, там были плохие детали. Там... Так что у всех есть ошибки. У всех есть плохие моменты и хорошие моменты, так что нету такого, знаешь, один проект или один стиль, который я люблю. Везде, я думаю, что можно учиться что-то. Здравствуйте, Яша, спасибо большое за лекцию, очень интересно. Вопрос про энергоэффективность и про энергопотребление. Вы затронули эту тему очень интересно. Я в свое время занималась этим вопросом и слышала, что на Среднем Востоке очень многие страны экстенсивную политику исповедуют в вопросах энергоэффективности и строительства, эксплуатации зданий в последующем. Вы рассказали про инженерные системы. А есть какие-то особенности
конструктивные стен, оболочек и остекления. То есть, возможно, это пакеты с аргон, стеклопакеты с заполнением из аргона. Может быть, это какой-то утеплитель. Я видела, что вы с большим удовольствием используете и в интерьере, и в экстерьере архитектурный бетон А1. А он же очень теплопроницаемый. И я себе не очень хорошо представляю. Я думаю, что мне интересно, как достигается температурный климатический комфорт внутри каждого помещения, когда кажется, что вот это вот излучение и тепло просто колоссальное, которое поступает внутрь здания. Так что это очень хороший вопрос. У нас, я думаю, что наша проблема – это то же самое, как тут. У нас очень сильная жара, у вас тут холодина, и это вообще то же самое. Но идея – это просто думать об этом и проверять. Проверять, когда я говорю проверять, это проверять не просто так, как сказать, с ручки, или проверять это с симуляцией. Это то, что мы делаем. У каждой стены есть то, что называется U-value, это, я не знаю, как по-русски сказать, но в каждой стене, у каждой детали есть его свое... И нужно проектировать эту стену, чтобы она была достаточно. Так что если вы видели тут, вон тут вы не видели почти бетон в этом здании, потому что там нужно было очень-очень изолировано. В других, когда есть бетон, так что внутри у нас есть вся изоляция. И в конце эта вся стена, она достаточна. И достаточно, это если это правило, правило может быть государственное, или может быть лид, или может что-то другое. Так что я думаю, что мой ответ, это похоже на ответ, бывший ответ, потому что нету ни один деталь, нету ни один материал, нету никакой фокус тут. Это просто нужно знать очень много, и иногда... Мы делаем вещи, которые не зеленые, потому что нам нужно что-то другое. Потому что если вы думаете о зеленой архитектуре, там есть три темы. Один – это экологический тем. Там весь этот электричество и все это. Второй – это денежный, это экономика. И третий – это culture, human, как сказать, культура. И... Так что иногда он... В этом здании. В этом здании вон этот стеклянный стена, она не зеленая. Но это очень важно для человека иметь такое стекло, чтобы видно наружу. Так что мы вообще взяли и делали симуляцию всего здания. Мы знаем, что иногда мы немножко тратим зеленую, тратим энергию, иногда мы ее. Делаем. И не нужно так думать, что это все очень такое радикальное, или зеленое, или нет. Это немножко зеленое, иногда много зеленое. Окей? Зеленое – это не Бог. Окей? Не знаю, если сказал правильно. А еще, если можно, вопрос про программное обеспечение. Как технически, software, как вы технически это обеспечиваете? Я имею в виду, и как вы работаете? Вы начинаете с ручных эскизов или сразу что-то, возможно, моделируете? Как у вас в команде это построено? И вообще в Израиле чем пользуются? Что сейчас популярно? И вы передаете модели или чертежи и уже моделируют отдельные специалисты здания? Я думаю, что в Израиле это как в мире, как в Востоке мира, в Western World, как сказать, во всем мире. Мы работаем, мы пользуемся все вместе. Я пользуюсь иногда, у меня проекты, которые начинались с компьютера, с макетом, трехмерный макет. Иногда проект начинается с руками, с идеей руками, и всегда это вместе. Я никогда не работаю только в компьютере и только в руках. Я всегда печатаю тоже, делаю макет и делаю чертежи. Это всегда, то же самое. Нельзя только одном... Подумайте, я всегда говорю студентам моим, что подумайте, что вы художник. И у художника есть такая палета, там несколько цветов есть. Вы должны уметь пользоваться всех цветами. В конце вы можете только черно-белый рисунок делать, но вы должны знать все, чтобы быть хорошим художником. Конечно, можно быть плохим художником, тогда можно только пользоваться несколько.
Да, а программы мы очень много пользуемся, все программы, которые вы знаете. Но то, что я хочу сказать этим, в отношении к этим, что у нас сейчас в Израиле изменил концепт. Архитекторы пользуются программой симуляции. Мы сами проверяем воздух, air circulation, мы сами проверяем немножко конструкцию, мы сами проверяем акустику, мы сами проверяем все это до какой-то степени. В конце, конечно, нужно инженера, но если вы понимаете, если все это делаете сначала сами, и потом придете к инженеру, и вы даете ему данные, у вас проект намного лучше. Так что я думаю, что большое изменение – это когда архитекторы, у нас произошло, когда мы начали пользоваться этими программами, как архитекторы. Окей, я не хочу поменять инженера, я не хочу быть инженером, не понимай меня. Плохо, да? Но я хочу знать, сделать это всего. Так что мы пользуемся CFD programs, Computer Fluid Dynamics, мы пользуемся acoustical programs, все это пользуемся, как архитекторы. Еще раз большое спасибо за лекцию. У меня вопрос про преемственность традиции. Как вы считаете, существует ли современный израильский архитектурный стиль, или это все же более интернациональная история? И тот же вопрос про архитектуру современных еврейских центров и музеев в Европе. Какая-то преемственность в них есть, или это все-таки интернациональный стиль? Я думаю, что это больше всего интернациональности, но есть всякие моменты израильские. Есть то, что называется... У нас есть очень много неомодернизм такой израильский, который он очень белый. У нас есть из-за нашей проблемы, из-за бомбы комнаты, это у нас архитектура, типология немножко по-другому. Так что это, да, немножко по-другому, но все остальное это то же самое. Спасибо большое. Окей, спасибо. Если я слишком страшно говорю по-русски, извините меня. Это первый раз. Спасибо.